Украли, чтобы продать. Сотрудники отдела МВД России Люберецкая по горячим следам задержали подозреваемого в краже искусственных елок и обуви. Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленники взломали замки двух контейнеров, после чего начали выносить коробки. Похитители воспользовались услугами грузового такси. Добыча – более 150 коробок с обувью и свыше 500 с елками. По предварительной оценке, ущерб составил 4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые взяты под стражу. Скажите, за что вы задержаны сотрудниками полиции? За кражу. И что там в гаражах было? Были там коробки с елками и обуви. Вот за это я был задержан там прям сотрудниками полиции. Свою вину признаете? Да, признаю и раскаиваюсь.